пенсии, минимальная оплата труда – вопросы, которые интересуют жителей Подмосковья по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В Доме правительства Московской области прошло обсуждение проекта закона. Его внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин. Теперь документ в регионах для изучения и внесения предложений. Участники круглого стола в первую очередь отреагировали на положение об индексации как пенсии, так и МРОТ. Эти, конечно, вопросы встречают повсеместную поддержку. И сейчас в ходе дискуссии все выступающие, о чем бы они ни говорили потом, они отмечали, что решение социальных вопросов – это, конечно, вопрос узловой. В обсуждении юристы обратили внимание на вопрос приоритета Российской Конституции при выполнении международных обязательств и договоров и выстраивании властей муниципалитетов в вертикаль, о чем президент говорил в своем послании. Чувствуется, что жители Подмосковья и представители общественных палат, они переживают это, и их волнует судьба будущего государства, судьба будущей Конституции. Это видно по вопросам, видно по выступлениям. Поэтому я откровенно скажу, что мне понравилось сегодняшнее обсуждение. Анатолий Таркунов подчеркнул, что по итогам заседания все предложения и идеи будут собраны и отправлены в рабочую группу. А после окончательной подготовки изменений в главном законе страны поправки примет Федеральное собрание. В силу они вступят только после общероссийского голосования. Отдать свой голос можно только за весь пакет поправок или проголосовать против. Василиса Ивашкина, телекомпания «Одинцова».